берем вот такой уголь, древесный, лиственные породы. Насыпаем. Берем вот такую жидкость, специально для розжига. Там не бензин, не солярка, что-то среднее. Поливаем. Ставим решетку, чтобы она обгорела. После последнего раза остался жир. Загорится сейчас. Спички. Спички. Все на немецком. Ну, естественно, живем в Германии, вот все на немецком. Да? завтра работает? Возьми. Будешь шашлычок? Нет? Как пиво, как шашлычок и без пива. Францисканер. Вайценбир. Что ты говоришь? Угу. Так. Вечно бы на огонь смотрел. Глаза успокаивает, душу успокаивает. Да. Ну, на здоровье. Выздоровеешь, посадишь. Совсем не видно, что они будут расти. компьютера по-другому будешь смотреть на вещи. Обычно я оставляю на ночь, но тут решил, сколько он уже, часа 4 постоял, в принципе уже промариновался. Когда на ночь он на морке, морка разъедает. Ах, какой запах! Когда у шашлыка сильный жар, посыпают солью часто сверху, чтобы не горело. Но если посмотреть поближе, вот так он жарится, аккуратно. Видите, какие уголечки продают? Они... Не видите, вот пачки, они уже размельченные, как раз подходят для шашлыков. Они очень быстро загораются, неприхотливые, потому что разного калибра продают угли. Бывают крупные очень, самому нужно дробить, и они... Это в зависимости от того, что вы грилите. Но когда вот шашлычок жарите, в принципе оптимально вот так. Камера. Собаки, а вы что хотите? Собаки, что вы хотите? Оставила деток своих, да? Да, мальчик? Не знаю, никогда не практиковал снимать такие видео. Это чисто все приватные дела. может взять ножичек, свис швейцарский. Очень приятно, аккуратно. Приятно таким резать. И... запахи стоят, да? Дебаты сейчас смотрел. Молодцы украинцы. Молодцы, просто молодцы. Власть не должна стоять на одном месте. Должна быть ротация, должна быть смена. Но почему природа изменяется? Каждый год меняются листья, вырастают новые листья. Солнце встает каждый день. Все изменяется. Не может власть одна быть. Не может быть. Вы должны изменяться. Конечно, может. Если страна процветает, если все довольны. Но когда недовольны будут, нельзя за него цепляться. Со стороны кажется, что ты хороший. На самом деле, возможно, это не так. Может, ты не совсем хороший. Народ решает. Люди решают. Нельзя. Одно пламя сгорит. Просто не успеете ничего сделать. Сейчас надо отойти на секунду. Сегодня изумительно. Просто шепчет побудка. Да, да. Что собаки? Что собаки? Собаки ждут. Что хотите? Что нужно? Мяску? Да. Шашлычок потихонечку доходит. Не надо никуда. Этот процесс неторопливый. Есть время. Не надо. Аккуратненько. Потихонечку. Не торопясь. С расстановочкой. Где-то нам подрезать. Ну это не обязательно резать. На любителя. Я не режу обычно. Ну, сочный, я бы сочный сероватый. Английский. Собачки. Кушать хотите? Мясо хотите? Мясо. Денек сегодня супер. Просто супер. Тепло. Собаки ждут, да, собаки? Че, Лайла, че хочешь? Че, Билли? Че тебе нужно? Кушать? Кушать, хочет она кушать. Мясо попрошайничать. Давай голос, голос. Как ты просишь? Голос. Голос, мяску скажи, дай голос. Ой, молодец. Ой, 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 Билли. Скажи, голос. Ой, Билли, мяску тоже хочешь, да? Мяску она хочет, попрошайничать. А где твои детки? Где Биби? Биби где? Голос? Голос? Ой, молодец. Шашлычок жарится. Ах, какой шашлычок. Какой запах. Запах. Запах просто. Запах гриля. Прекрасный запах. Да, Билли? Ты как-никак знаешь, какой запах, да, Билли? Я все знаю, да, Билли? Какой запах, скажи. Но это, скажи, не колбаса и не мясо, да? Ты тоже знаешь? Ты тоже знаешь, что это такое? Да? Ты тоже знаешь? Все вы все знаете, собачушки. Вот так он жарится. Хорошо. Уже кушать можно. Уже можно употреблять пищу. Как говорят, горячее сырым не бывает. Не хочет. Конечно, извиняюсь за этот каламбур. Вперед-назад, вперед-назад. Самый вкусный шашлык я имею свинину, свиной части. Это шейка. Она жирная, как раз подходит для шашлыка. Можете брать заднюю часть, но она будет не такая жирная. Мясо, когда оно жарится, когда оно маринуется, ему нужен жир, нужны эти жировые прослойки. Тогда оно будет сочное. Ну, конечно, для меня самый вкусный шашлык это с барашка. Опа. Видите, собаки побежали, охраняют. Там, видать, соседская собака, хозяин нам приходит, гуляет. И они постоянно бдят. владение защищает, называется, собак, зарабатывают свой кусок мяса. Наслаждайся. Вот что бы ты хотел изменить в своей жизни? Вот ты именно, вот ты. Что бы ты хотел? Ты можешь. Это просто. Нужно только поставить цель. Напиши, возьми листок бумаги, напиши: я хочу добиться вот этого. Поставь вот эту цель. Сделай график и иди каждый день к этой цели. Каждый. Лучше всего, если ты будешь записывать, что я сегодня сделал это. Это шаг будет твоей цели. Нет. Нет, практически нет. Просто люди ломаются. Ломаются. Или они не хотят достичь этой цели. Они начали, а потом посмотрели, подумали и начали бегать. Цель достижима любая. Какую бы вы ни поставили цель, нужно работать над собой. Работать, работать и работать. Ну а если вам эта цель не нужна, то значит она вам не нужна. Значит, это была не ваша цель. Это были просто мечты. Цель – это упрямство. Да, Билли, кто там? Кто? Кто посмотрит? Кто там приехал? Кто приехал? Кто там? Смотрите. Смотрите. Эти собаки знают свое дело. Они хаванезеры. Они очень добрые. Они не злые собаки, не агрессивные. Готов? Будем пробовать. Какой запах? А, запах это вообще что-то. Прям совня. Вкусно тища. Еще немножко соли добавил. Ну, соль мы всегда добавляем по вкусу. Мягкий. Не по моему рецепту, не по моему продвижению у меня обычно ночь стоит. Тут решил пораньше, потому что хорошая погода. Снять продолжение. Ну, очень вкусный, мягкий, мягкий. Он принесу соль. Ты тоже хочешь? Да? Сейчас. Сол на столе, пересол на голове. Вот я принес соль, принес еще такую приправу, я ее добавлял при маринад. Называется шарфе чилис, острые чилис, рирача, срирача. Хорошая вещь, я люблю. Мы сейчас немножко посолим. Чик не будем, добавлю немножко остринки. Хорошая вещь, рекомендую. Теперь все хватает. собачкам кусочку. Порезал, им горячее нельзя, пусть остынет. Вам нельзя горячее. Я понимаю, у вас тоже большой аппетит, я понимаю все. Очень вы любите. Спасибо, Господи. Спасибо. Ну, давайте. Остыл кусочек. На тебя. Добавим горчинку. Очень вкусно. Очень рекомендую. Походу наступило лето. 19 апреля. Смотрите, уже 8 часов. Тепло. Вечером, 8 часов вечера. Все думаю начать диету, худеть никак не получается. Как это трудно. Отказаться от шашлыков. Танцуем, танцуем, танцуем. Проси, голос, 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 голос. На мясо, когда видит, у нее пропадает. Голос пропадает. За вас. Ребята, за вас пью, за вас. Пивасик. О, ребята, ем только за вас. Приезжайте в гости. Сделаем шашлычок. У меня еще большущий гриль стоит с крышкой. Температурный. Но это больше барбекю, я такой не очень люблю. Я люблю вот открытый огонь. Все открытое. Мы ничего не скрываем. Кушаем, пьем, отдыхаем. На здоровье. Ах, как он пахнет. Нет ничего вкуснее. Шашлык прям с мангала. Собаки это знают, и посмотрите, как они танцуют. Ученые собаки знают, где надо попросить. Где надо гапнуть. Очень вкусно. Не знаю, смог ли я вам передать вот этот аромат свежего шашлыка. Просто жаришь, смотришь с мангала, с горяченького. Мне кажется, это все, даже через видео, все это можно перенести. Показать, донести, как это все вкусно. Не знаю, вам понравилось, не понравилось. Могу жарить все, конечно. Насколько это просто интересно. По перчинке. По перчинке. Погорчим. Лепота. Просто лепота. Прятаться. Ах, как вкусно пахнет. Очень вкусно. Для собачек. Пусть остынет. меня что-то... Извиняюсь. Сегодня нет поддержки. Сыну некогда. У дочки свои там праздники, куда же пригласили на фест. Супруга болеет, баугриппе, не поддержала. На горшке сегодня целый день. И вчера тоже. Пардон, не к столу. Единственная моя команда поддержки — это вот мои собачки Хаванезеры. Хотя у этой двое детей, смотрите, она за кусок мяса продает все. За кусок мяса. Давай голос. Голос. Вот, молодец, да. Ну, этот у меня голос не говорит. Он будет более интеллигентный. Говорит, так и так ты мне все равно все дашь. Прикольно, да? Еще немножко. Доем. Вот, блин, трудно, но ради вас. Смотрите, как вкусно все. Только ради вас. С костра. Конечно, ну, к этому по-разному все могут относиться. Один говорит, ты дебил, другой говорит, молодец. Но с другой стороны, это моя приват-жизнь. Я провожу ее так, как я считаю. Не то, что правильно, как мне нравится. Захотел пожарить шашлык, пожалуйста. Поехал купить мясо. Условия мне позволяют, я никому не мешаю. Демократические принципы я не нарушаю. Все в пределах нормы. Если кому-то не нравится, он может переключиться и сказать: козел, пока. А кому-то кто-то скажет: молодец. Немножко, кажется, затянул, да, с этим. Ну вот еще мяско дам я деткам своим. Детки, голос, 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 детки, голос, голос. Не «ы», а голос. Голос. Голос будешь говорить? Слюной подавилась уже. Ну и тут у меня уже шашлык, как говорится. Завершающую стадию зашел. Мясо уже полностью дошло. Я вот рекомендую вам смотреть на огонь. Огонь, он лечит. Он лечит вашу душу, он лечит через глаза, через нервную систему. Проходят импульсы, они успокаивают. Это все равно позитив. Все, что позитив, нужно брать. Не надо смотреть иногда эти душераздирающие, скандальные передачи по телевизору. Они вашу систему только нервную расшатывают. Чем больше в жизни вы будете видеть позитива, тем вы будете здоровее. Отталкивайтесь от позитива. Зачем вам негатив? Жизнь не так коротка, она вот такая вот так вкусненькая. Если мы все будем смотреть на негатив, слушать негатив, он негатив передается. Бытие определяет сознание. Бытие. Так что ваше бытие должно быть позитивное. Вот как это мясо. Вкусное. Свежая, только с горячих углей. Вот такая должна быть жизнь. Ваше здоровье. Очень вкусно. Очень вкусно. Прям такой вкус кориандра. Немножко ловушечки. Вкусно. Собаки не дураки, они все знают. Сейчас травку орегано прочувствую. Вкусно. Орегано очень рекомендую. Добавляют везде пиццу, мясо. Что-то мне соли не хватает. Я не думаю, что я влюбился. Просто не хватает соли. Вымывается соль из организма. Ваше здоровье. Апрель месяц, ребятки, апрель 25 Германия. Германия, юг Германии. Мы район Ульма живем. Наш стран. Собачку. Очень вкусное мясо. Не знаю, Миша. Пол ведра осталось. Сюда маринуется, сюда идет. Завтра вообще будет как мед. Свой огород, говорит. То ли вата, то ли мед. Все очень вкусно. Хорошие мы ножи цыгане подогнали. Не могу сказать, дай бог им здоровья, хотя я всем желаю здоровья. Я не знаю, откуда у них. Ну, надеюсь, что они их не украли. Иначе у меня так мясо вкусно бы не получилось, если бы они были какие-то добытые нелегальным путем. Вот видите? С вашими усилиями я придавил две палочки. Уже две. Но Бог любит троицу. Мне собачки помогают. Тебе нравится? Смотри. 100 000 посмотрит. Извиняюсь. Собачки? Мяску. Голос. Давай голос. Голос. Молодец. Молодец. Поздравляю. Будешь палочку с шишечкой? Очень вкусно. Вот все равно заметно, что он недолго мариновался. Если бы он ночью стоял, он был мягкий, он немножко такой жесткий. Но зато у него такой вкус, как сочного мяса. То, что он не перемариновал. Что он такое состояние? Как он пахнет. Извините, что спросил. Сейчас съем последнюю палочку. Голос. 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 Или ты всегда прицепом получаешь. Не гавкаешь, мышей не ловишь. Ляпота. Чуть день подходит к концу. Закат. Хороший был сегодня день. Извиняюсь, сегодня Карфрайтаг. Посмотрите в интернете, что это означает Карфрайтаг. Люблю второй праздник. Работать нельзя. Ну кушать-то можно, работать нельзя. Постригли деревья туя, они не растут, может еще произойдет, соки пойдут, все расцветет. Что, Билли пришла? Дочка, походу, пришла. Гавкает. практически не бывает, чтобы собаки убежали от гриля, от мяса. Но дочку они любят. Доедаю последний, уже через силу просто не идет. Ну, вкусно еще есть, можно есть, место есть. Смотрите, какой разница. Место есть. Надо паузу, потом еще можно подвинуть. Ужас, собаки. Даже туда. Вот так собаки гавкают, когда кто звонит в звонок. Тут, видать, пришел. Ну все. Как видите, угли догорают. Солнце заходит. Закат. Закат. Спасибо вам, что посмотрели. Понравилось — ставьте лайки. Не понравилось — ставьте дизлайки. По-любому буду благодарен. Чао, какао. До следующего раза. О, чуть не уронил все. До следующего раза. Всем удачи, всем добра, всем привет. Был с вами Андрей. Пока-пока.